Здравствуйте, уважаемые родители и мои ученицы. Как я и обещала, я посылаю вам видеоурок, видеомастер-класс по изготовлению вот такой вот симпатичной игрушки. Здесь для вас представлено три вида игрушки. Это вот такая милая собачка, мышонок и котик. Эта игрушка необычна тем, что из одной выкройки можно сделать целых 4 персонажа. То есть каким образом? Если посмотреть на выкройку, то общими деталями являются голова, туловище, лапка, рука, нос, пяточка. И вот все эти общие детали подходят как для собаки, как для мышки, так и для кота. По желанию вы можете выбрать, сделать кого-то одного. Если вам нравятся больше коты, вы можете сделать кота, взять общие детали отсюда и выкройки для котика. Если вам не нравятся коты, вы можете сделать мышку, общие детали и плюс выкройки для мышки. Но если не нравятся ни коты, ни мышки, можно сделать собаку, общие детали и выкройки для собак. Из чего изготавливается эта замечательная игрушка? Я ее сделала из фетра. Но если у вас в наличии дома нет фетра, вы можете использовать другой материал. Это может быть драп или еще другой плотный материал. Самое главное, чтобы он был не скользким и не ремковался. Для работы нам понадобятся ножницы соответствующего цвета под вашу ткань. Естественно, иголки. Обязательно не забудьте о технике безопасности, чтобы ваши иголки нигде не валялись, не падали. Была, чтобы игольница, и очень хорошие ножницы, которые хорошо режут. Здесь я вам представила всего 3 игрушки, а вот четвертую зайца будем делать вместе с вами. Ну, как мы с вами начинаем? Прежде всего мы начинаем работать с выкройкой. Где же найти эту выкройку? А выкройку можно найти в интернете, если вы в поисковике вобьете вот такую фразу: выкройка из фетра, котик, собака, мышка, заяц. У вас выйдет много-много выкроек. И в первой строке можно найти вот такую вот выкройку. Она вот выглядит таким вот образом. Если вдруг у вас что-то не получится найти эту выкройку, вы мне отпишитесь. Я вам прямо на компьютере засниму, как я эту выкройку искала. А вот здесь, на этом, я уже выкроила, нарисовала детали зайчика. Если внимательно посмотреть, вот голова, две детали, туловище. В общем, все детали обвела, нарисовала. Следующий этап, который нужно будет сделать, это, естественно, вырезать. Значит, ваша задача сейчас найти выкройку, скачать ее, вырезать из бумаги и переложить на ткань. Вырезать из ткани. Следующий этап выполнения я покажу вам.